банты, нарядная форма, большие букеты, теплые благодарности, песни и стихотворения. На этом празднике эмоции разные. Важный этап жизни заканчивается, и начинается радостное предвкушение нового. В школе «Лидер» для выпускников прозвенел последний звонок. По традиции, торжественное мероприятие прошло в концертном зале. Помимо друзей, родителей и учителей, выпускников поздравили лидеры движения общественной поддержки – Владимир Харитонов и Людмила Клименко. Как сказал директор, не нужно бояться перемен. Наверняка у вас у каждого есть своя задача, уже цели, которые вы поставили. Если кто-то еще не сделал это, нужно это сделать. Создайте себе мечту. Двигайтесь к этой мечте спокойно, планомерно, главное, уверенно. Выпускники подготовили насыщенную творческую программу. Кульминацией вечера стало исполнение знаменитой песни про выпускной. В этих стенах ребята прошли долгое обучение. Они много узнали, познали знаний. И им еще предстоит сдать экзамены. Я уверена, что у них все экзамены пройдут на отлично. И им предстоит выбрать профессию, которой они посвятят всю свою жизнь. Первый единый государственный экзамен у 11-классников в этом году состоится 26 мая.